Торжественная линейка по случаю завершения учебного года состоялась в музыкальном колледже имени Ширмы. За годы своей деятельности, это более 80 лет, Брестский музыкальный колледж стал одним из ведущих средних специальных учебных заведений республики. Учащиеся колледжа показывают высокие результаты в исполнительских, творческих конкурсах и фестивалях, проводимых не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. Прощание с талантами для руководства учреждения образования – процесс традиционный, но каждый раз трогательный. С одной стороны, приятно, потому что проделан определенный... этап пройден, и работы, дети, все, что мы могли, мы им дали. Вот. Но от этого все равно грустно, что мы ежегодно как бы выпускаем, 4 года они вместе с нами, и затем они уходят. Это такой правильный, естественный процесс, но, конечно, с грустью. Поэтому мы их как бы отпускаем и рады за них, и надеюсь, что след... остался хороший, приятный от лет, проведенных в колледже. В этот день с местом своей силы и вдохновения прощалось 48 талантливых выпускников. В программе мероприятия был запланирован сюрприз для одного из них – Артема Плескацевича. В торжественной атмосфере, под звуки музыки, орденом матери наградил его маму Олесю Плескацевич, заместитель главы администрации Ленинского района города Бреста Григорий Кондратьяковский. Я удостоен чести вручить орден матери Плескацевич Олеся Николаевна. У Олеси Николаевны 5 детей, 4 сына, 1 дочка. Один из сыновей тоже выпускник музыкального вашего колледжа. И таких героинь, которых мы называем многодетная мама, в Ленинском районе 124. Быть мамой 5 детей бывает очень даже сложно. Бывает и не сложно. Главное, чтобы была любовь, как у нас в семье она происходит. Мне кажется, что в любой семье, как и у нас, должно быть терпение. Это самое главное. Если не будет терпения, не будет ничего. Я хочу поблагодарить еще колледж, потому что он его выпустил, хотя он очень долго не хотел, сопротивлялся, но потом как-то у него пришла эта мысль пойти сюда. И все-таки я говорю, сыночек мой, будешь ты педагогом, будешь тоже учить деток, это будет прекрасно и хорошо. Для выпускников музыкального колледжа 2021 года этот солнечный погожий день останется в памяти надолго. А для Артема, который уже определился со своей будущей профессией, этот день не только начало нового этапа в его жизни, но и знаменательное событие – почетная награда для матери. Мне приятно, что маму пригласили в музыкальный колледж, так как я заканчиваю вместе, и маму будут награждать. Буду преподавать, буду учить детей играть на саксофоне. Выбрал я высокое, потому что мне предложили, и, в принципе, от Бреста недалеко, и вот я и согласился. Впереди у этих молодых людей экзамены, а дальше работа по специальностям. Последний звонок – это завершение важного жизненного этапа и начало нового, не менее увлекательного.